40 килограммов специального золота используют для его декорации. Снаружи его украшает 365 пашек. И, наверное, вы уже догадались, сколько дней в одном году. Это символ. Под купольной частью хранится символ венгерского правительства. Это корона, которая уже официально 1000 лет. И в законодательстве указано, что главой государства является именно она, не президент и не премьер-министр. В парламенте заседает 199 депутатов. А еще в палате, которая идет параллельно с нами сейчас, здесь находится, проводит экскурсии на всех языках мира, на русском в том числе. В парламент можно попасть и бесплатно. На государственные выходные дни, к примеру, самый ближайший такой будет 20 августа. Это день Конституции Венгрии, это день обретения Родины венграми, когда открываются парадные красивые двери, которые ведут под купольную часть, ну а там каждый желающий имеет возможность увидеть корону с коллекционными атрибутами. Кроме того, здание, которое мы с вами видели, восхищается, естественно, и известной личностью. Фредди Меркьюри, солист группы Queen, так же, как и мы с вами, вдоль парламента проходит на теплоходе, когда приезжает нам с концертной программы. И когда видит это здание, спрашивает, что это такое и сколько оно стоит. Кто его знает, быть может, в 21 столетии мы его продаем. Дальше, позади него, по дороге здания, мы с вами видим конную скульптуру, которая изображает графа Мудрошидюла, первый премьер-министр Венгрии в составе австро-венгерской монархии. С правой стороны, по ходу нашего движения, мы на набережной с вами видим кирпичного цвета такого храм с пашенкой, протестантский костел в неоготическом стиле, построен в 1906 году. А над ним возвышается рыбацкий бастион с храмом Богородицы. Башня высоту 80 метров. Называют традиционно еще этот храм церковью Матерь. Ну а перед нами следующий мост. Мост Цепной. Первый постоянный каменный мост, который был построен здесь, в Добрышке, на постоянной основе. Еще 1849 году. До его строительства не было постоянных мостов. Были понтоны, временные конструкции, которые устанавливали ранее весной, но поздней осени не служили переправой, ну а зимой была и замерзала. И тогда также была возможность перебраться с одного берега на противоположный. Однажды граф Сеич Ишман узнал, что его отец находится при смерти. Граф в этот момент находится в городе Пеш с левой стороны. Его отец с правой стороны за Дунаем в Вене, столице Австрии. Он не успевает с ним попрощаться. После этой трагедии дают клятву. На этом месте должен стоять первый постоянный каменный мост. Для этого он отправляется в Англию, приглашает оттуда архитекторов Адама и Вильяма Кларка, которые проектируют и строят это монументальное сооружение. Адам Кларк был человеком-максималистом. Когда происходит торжественное открытие моста, он с гордостью говорит, что это самый красивый мост над рекой Дунай. Если кто-либо найдет какое-то излишество в нем, либо недостаток, он бросится в Дунай. Легенда гласит, что в этот момент из толпы выходит 5-летний мальчик, который говорит, что он нашел этот недостаток. Ведь львы, которые охраняют въезд и выезд с моста, не имеют языков. Адам Кларк не растерялся, берет молодого человека, ведет его в Будапештский зоопарк, показывает город от львов и говорит, что львы не собаки, и языки в них не высовывают. Тем же он смог доказать, что это самый красивый мост над рекой Дунай. А с правой стороны мы с вами видим королевский дворец. Увы, во время Второй мировой войны в него попадает несколько бомб. Верхние два этажа с мансардой полностью горят, уничтожая таким образом все, что собирали столетиями правители. Успокаивает одно, используют его достойно. Здесь его стенах можно найти национальную картинную галерею, исторический музей Будапешта и самую большую библиотеку страны. Ну а какой он был величественный раньше, включите ваше воображение. Ведь его купольная часть, которая сейчас зеленого цвета, она была раньше позолоченная, и в народе называли ее «золотым яблоком». Внизу на набережной мы с вами видим уже другой комплекс. Обратите внимание, две зеленые маленькие башенки. С двух сторон симметрично расходят здания.
И даже розы отсюда я вижу, белых бутонов видно среди зелени. Великолепный, красивый очень парк. Его строит известный венгерский архитектор Игорь Миклош. Про него мы с вами еще будем сегодня говорить. Целью дать возможность аристократам в закрытом помещении покупать вещи, которые для них необходимы. Эта идея тогда не пришивается. Весь этот комплекс быстро рушится, его приводят в порядок относительно недавно. Сверху открывают бар в итальянском стиле, там розы, красных, белых бутонов, фонтаны ждут своих посетителей. А под землей проходит зал, где одновременно может разместиться до 1600 человек. Следующий мост перед нами, белого цвета, будто белый лебедь. Мост Елизаветы, мост Сиси. Елизавету и Венгрию всегда будут вспоминать только теплыми, хорошими словами. Мост, к сожалению, не первый, который здесь был. Все мосты, которые строят во Второй мировой войны, немецкие войска подорвали своего времени, когда отступали. Мосты отстроили, привели в порядок, исключением стал мост перед нами. Сегодня это точная копия моста Кёльн, правда, меньше по своим размерам. Но свою особенность этот мост также имеет. В отличие от других мостов, его опора находится не в реке, а на берегу Дуная. Это самая узкая часть Дуная в Будапеште. Всего 270 метров от берега к берегу. И его опоры находятся на берегу, а не в реке. Как только мы с вами проходим под мостом, с правой стороны открывается панорама на здание желтого белого цвета. Признаюсь вам честно, что это мои любимые купальни. Рудаш. Они были построены турками еще в 16 столетии. Представляете? Вот так, костюм больная зеленая, это 16 век. 4 лет тому назад их полностью отреставрировали. Добавили спа-комплекс. Теперь здесь находится турецкая купальня, русская и финская сауна, стальная комната, а на крыше джакузи. Сохранился турецкий обычай. В определенные дни недели здесь могут быть только женщины, другие только мужчины. И якобы таким образом каждый пол может оттопнуть друг от друга. Правда, выходные не все одновременно. А люблю эти купальни, потому что они работают каждую пятницу и субботу с 10 часов вечера до 3 часов утра. И только он не продолжит. Следующий мост перед нами, зеленого... Ой, обратите внимание, нам навстречу идет катер. Красный, Ratchet. Крутая вещь. Ребята, посмотрите. 600 лошадиных сил. 600. Там у него корпус специальный, алюминий, с чем-то там сделано. Я на нем катался тоже, пойду. И один мужичок сзади. Мужичок сидит сзади и говорит: это все, на что он способен? Зря он это сказал. После этого мы все были мокрые. Это вау, круто. А мост перед нами зеленого цвета, мост свободы. Его открывают официально в 1896 году. Правда, тогда его называли мостом Франца Йосипа. И последнюю заклепку, которая была сделана из белого золота, на которой были выбиты инициалы монарха, лично он забивает. Правда, искать сейчас ее не стоит. Кто-то, как сувенир, давным-давно забрал ее с собой. С другой стороны, этот мост после мировой войны отстроили первым. Вот только тогда он был такой серый, неприятного цвета, и только после 2008 года реставрации получает свою новую подсветку. Мы проходим с вами под мостом, и с левой стороны видим длинные вытянутые здания. Это главный корпус университета Корвин. В Венгрии в университете есть своя особенность. У нас кафедры, как правило, не повторяются. Поэтому если вы будете общаться с местным жителем, то он скажет вам, какой университет закончил. Вы, как правило, сразу имеете подсказку, какая у него может быть профессия, специализация. Вот пример чуть дальше правее открывается панорама. Также здание 19-го столетия. Большие коринфийские колонны украшают его центральную часть. Это главный корпус политехнического университета. С него выходит 16 студентов, которые получают Нобелевскую премию. Но только один среди них как гражданин Венгрии, остальные как мигранты, которые выехали в другую страну, в Францию, в Канаду, в Америку. Сент-Джорди Олбер был тем, кто смог доказать, независимость от сорта перца, от того, в каком облике его употребляют,
Именно в нем находится настоящий заменитель витамина С. Больше, чем в любом цитрусовом. Говорят, это главная причина, почему венгры редко болеют на простуду. Какое наше одно из самых любимых блюд? С перцем. Перчик, да? Перчик красный, белый, да? Туда яйцо, лук, немножко колбасы венгерской. Белым хлебом, то, что нужно. Следующий мост, который мы с вами видим, мост назван в честь венгерского, известного венгерского писателя, поэта, революционера Петю Фишандора. Через этот мост проходят наши длинные желтые гусеницы. Так местные жители называют трамвайные маршруты от компании Siemens номер 4.6. Вот как раз один едет, да? Когда их только купили в 2000-х годах, был огромный скандал, у них не было кондиционера. Местные жители устроили бойкот, перестали ездить на трамвае. Поэтому пришлось муниципалитету установить их. А шестой маршрут у нас ходит круглосуточно. То есть и ночью. Они с Буды с правой стороны едут в Пеш, там делают большое бульварное кольцо. И через мост Маргет желтого цвета возвращаются обратно. Останавливаются в Нью-Йорк-кафе. Самая красивая кофейня в мире. Она здесь, в Будапеште. Если вы смотрели на этот возраст 18+, «Красный воробей» криминал, там снимают сцены, посмотрите, классный фильм. Останавливается у ЖД вокзала, вы его с вами видите, который был спроектирован компанией Хьюстона Эйфеля, который строит Эйфелеву башню в Париже. И когда вы в следующий раз будете в Париже, а вы спортсмены, не поленитесь, не лифтом будете подниматься, а пешком. На одном из этажей увидите фотографии Будапештского вокзала. Мы с вами прошли под мостом. С правой стороны мы с вами видим теплоход Артемов 38. Концертный зал. Здесь устраивают концерты на этом корабле. А в начале 2000-х годов он занимал первое место в статусе лучшего клуба Европы. Дальше впереди виднеется самый южный мост города. Мост Ракуц. Известная венгерская фамилия, аристократическая. Революционеров. Под этим мостом мы с вами проходить мы не будем уже. Его, кстати, построили относительно недавно, в 1996 году. Через него проходят наши трамваи под номером 1. Вот как раз идет. Он снесет книгу рекордов Гиннесса. Самый длинный состав трамвая в мире. 55 метров длина, 364 пассажира помещаются в нем. Одновременно больше, чем в самолете Ryanair или Wizz Air. За этим мостом находится ЖД-мост, который непримечательный. Позади этих мостов находится 22-й спальный квартал города на острове Чепел. А еще отсюда, как раз в хорошую вот дневную погоду, мы с вами видим корпус стадиона. Видите, он немножко левее сейчас. Этот стадион построили пару недель тому назад. С целью... В августе этого месяца здесь будет проводить чемпионат мира легкой атлетики. У меня, например, было сюрпризом открыть для себя, что после Олимпийских игр, чемпионата мира по футболу, третье самое большое спортивное мероприятие в мире, это легкая атлетика. Она будет здесь, в Будапеште, в августе этого года. А вот здание левее пока что, да, мы с вами с левой стороны видим два здания сразу у моста. То, что ближе, часть колоннами держится, да, это дворец искусства. В нем находится концертный зал, а еще музей современного искусства. Но я лично это здание люблю из-за того, что, представьте себе, каждое воскресенье здесь устраивают бесплатные программы детям возрастом до 12 лет. С ними поют, танцуют, кукольные там представления устраивают, знакомят их с музыкальными инструментами. То есть, что делают? С детства любят учить, то есть учат любить искусство, да? Красивое, музыку, хорошие вещи. Очень классно, молодцы, ребята. Мы с вами разворачиваемся. С правой стороны вновь с вами видим мост Ракуци. Позади него зеленая часть – это остров. У нас несколько островов в Будапеште. Стадион, про который я вам рассказывал. Опять-таки дворец искусства. И рядом с зданием, мы буквально на него практически идем сейчас, да?
у него такие зеленые окна. И обратите внимание, там на фасаде огромное количество флагов. А крыша будто имеет парусник. Идея архитектора, когда он строит национальный театр, да, это национальный театр, построить здание так, как оно находится на набережной Дуная, которое напоминает нам с вами корабль, который будто сейчас спустится на Дунай и в тандеме с нами вернется в центральную часть города. Национальный театр является самым старым в существовании в Венгрии. Ну, не здание, а сама структура, да? И интересно, что мало кто знает, перед самим театром находится небольшой парк. В нем большое количество скульптур, которые изображают самых известных венгерских актеров в их лучших ролях. Это любимое место влюбленных в столице. Вечером, в летний, теплый вечер, когда хорошая погода, берут с собой одеяло, хорошую бутылочку такайского и лагерского вина и ложатся там, считают звезды до утра. Ну, а мы с вами считать будем мосты. С левой стороны мы с вами видим высотное здание. Это самое высокое здание страны. Его построили в прошлом году. Огромный скандал был с ним связан. Перед у нас существует законодательство, указано, что выше здание строит, чем купольная часть здания парламента и базилики Святого Кишкина, запрещено. Изменили закон, чтобы построить это здание. Потом опять поменяли его, а теперь нельзя строить ваши. Прикольно, правда? Европа, так все у нас честно, так все хорошо, нету коррупции, ла-ла-ла. Одним словом, высота здания 143 метра. Здесь находится штаб-квартира венгерской нефтеперерабатывающей компании МОЛ. Но на 128 этаже открыли панорамную площадку. И пару недель назад я наконец-то там побывал. Там великолепно. Очень красиво. То есть мы себе зафиксировали демократизм, да? Следующий раз вот туда. На 28 этаж. Очень красиво. А ну, посмотрите, на что это было. 28 этаж. Сколько стоит? Где-то 2700 евро. Форинтов. Евро это где-то как где-то. 7-8 евро с человека. С взрослых. С ребенком чуть лучше. Так что абсолютно допустимо. Ну, а сейчас